В прошедшие дни спортивный комплекс Чувашского государственного университета стал местом встречи сильнейших дзюдоистов Приволжья в возрасте до 18 лет. Посмотреть на борьбу последователей гибкого пути решила глава республики Михаил Игнатьев. На четырех татами шла борьба не просто за медали первенства Приволжского федерального округа среди юношей и девушек, но и за путевку на первенство России. За нее в 17 весовых категориях сражались около 500 молодых дзюдоистов из 14 регионов. Для Чувашии это очень знаковое событие, потому что давно не было такого уровня соревнований. Дзюдо в Чувашии развивается, скажем, будет все лучше и лучше. Больше становится и самих спортсменов, и результаты дает. Но на этих соревнованиях, я думаю, мы все-таки займем места, и нам позволят чувашских спортсменов отвести на другой уровень, то есть на Россию. Безусловно, за медали первенства округа боролись и хозяева. В соревнованиях участвовали 26 спортсменов. Среди них серебряный призер первенства ПФО 2016 года Александр Емельянов. В прошлом году он боролся в весовой категории до 60 килограммов. Сейчас же ему предстояло проверить свои силы в категории юношей до 73 килограммов. В этом весе сейчас у меня чувствуется такой недовесок, потому что у меня сейчас запас 2 килограмма. И новый вес тяжело пошел. Надеюсь, что займу первое место в этот раз, так как я борюсь в своем родном городе. Это оказывает на меня какую-то поддержку. Родные стены помогают, как говорится. К сожалению, в этот раз Александру не удалось занять место на пьедестале почета. Среди представителей Чувашии медаль удалось завоевать лишь Полине Тимковой, выступавшей в весовой категории до 63 килограммов. На ее счету серебро. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика.